يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегодня хочу рассказать أصلى الله سبحانه وتعالى، برسلاه الله سبحانه وتعالى. كتري أن سكزل في سورة آل عمران. هذه السورة الله سبحانه وتعالى سكزل. قول إنكم تمت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Скажи если вы любите Аллаха, то следуйте за мной и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи. Ведь Аллах прощающий. Милосердный. Этот аят является критерием, позволяющим отличить людей, которые действительно возлюбили Аллаха, от грешников, которые любят Его только на словах. Некоторые узнающие люди, толкователи Урана, этот аят называют Айат уль-имтихан, ая, который проверяет иман человека, любовь человека по отношению к Аллаху. Каждый человек может утверждать, и он утверждает, большинство людей утверждает, что они любят Аллаха Субхану Ва алла. И признак того, что человек любит Господа Аллаха Субхану Ва алла, это следование за пророком, саллиллаху алейху Так Также, как любовь бывает только на словах, следование тоже может быть также на словах. Следование проявляется, проявляет делами. Следование за пророком, саллиллаху алейху асалям, это, не слова, это не только слова. Якобы мы любим пророка, саллиллаху алейху и ставить там тут сердца, мы любим пророка, саллиллаху алейху Этом не выражается любовь к пророку, саллиллаху алейху Любовь к пророку, алейхи саляту это следование за сунной пророка, саллиллаху Любить сунна пророка, саллиллаху алейху Защищать Сунна пророка, слаллаху алейхи васлам. Возвышать Сунна пророка, слаллаху алейкулам. Это и есть, братья мои, любовь к пророку, слаллаху Оставляя сунны пророка, слаллаху алейкулам, даже которые близкие к ваджибу, оставляя то, что делал Пророк, слаллаху алейхи наполняя свой живот, там тут кушая. Этим ты хочешь доказать свою любовь к пророку, слаллаху Это любовь к пророку, алейхиссалату васлам. Это всего лишь слова. Чтобы любить пророка, алейкум, нужно следовать за пророком. Алейкум, во всем. Делать то, что делал пророк. Вести себя, как вел пророк. Признаком подлинной любви к нему, к Аллаху субхану является следование путем пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует поскольку выполнение его велений и руководство его проповедями – это единственный способ заслужить любовь Аллаха и снискать его, и снискать его довольство. Аллах сказал, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Пророк обращается, скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. То есть, в добавлении к тому, что вы уже любите Аллаха, то есть, наше следование за пророком ⁇ это признак того, что мы любим Аллаха, Господа Миров. Это уже один факт. Другой факт, что немаловажный, это то, что Аллах любит нас. Каждый может утверждать, что он любит Аллаха. Но вопрос в том, любит ли Аллах وتعالى, его. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, говорит пророк Мухаммад. И тогда Аллах вам, вас полюбит и простит вам ваши грехи. Хасан басри сказал, Хасан басри и некоторые ученые, другие знатоки из числа праведных предшественников сказали, некоторые претендуют на то, что они любят Аллаха. Вот Аллах испытал их посредством этого аята. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. И тогда Аллах возлюбит вас. Кто хочет доказать свою любовь к Аллаху, Он должен следовать за Пророком, саллиллаху Это и есть любовь к Аллаху, любовь к Аллаху и любовь Аллаха к нам. Пусть Аллах, Субхану, сделает нас из числа тех, кто любит Аллаха, тех, кого любит Аллах и его посланник, из тех,